вкус не зашел. Колу я еле-еле допил. Фри мало. Соус не доел. Салфетки мои. Врап не почувствовал. Всем пока. Коротко и ясно. Друзья, всем привет. Всем аппетитного привета. Помните, в прошлом влоге мы были в Торо Бургерс? Сейчас мы зашли уже в другой Торо Бургерс, который находится на даче. Заказали себе два чикен сета. И будем ждать заказ. Здесь очень прикольно, что... Что прикольно? Прикольно то, что охлаждает вот этот увлажнитель воздуха. Иначе высушитесь. Ну, увлажнитель воздуха. Ну, вы поняли. Похоже на врап, если честно, не на... Как он называется? Комбо врап. Ну вот, я же сказал, это врап. Друзья, будем пробовать врапчик. Походу, я думаю, что с него не наеду. Сытно, но чувствуется вкус пригорелого лаваша. Минус. Ну что могу сказать, здесь курица. Лист салата, помидоры. Дайте я покушаю, за вас скажу. Дел кебаба вообще не дотягивает, обычный врап. Соус здесь мне не зашел, потому что здесь смешан кетчуп и аджик. То есть обычный кетчуп, грубо говоря. Сейчас попробуем кетчуп. Не повторять это. Привычка заработала. Короче, помните, я рассказывал, что в этом врапе, по сути, это один и тот же соус, что и здесь. Там кетчуп с аджикой, а здесь кетчуп без аджики. Понятно, да? Вот и вся разница. Но кетчуп такой пикантный. Сзади у тебя твой фанат. В теле Торчина. Привет. Подписчик. О. Вот это фри можем назвать «Лови волну». Вы внимательно смотрите на этот фри. Его уже нету. Явный повар возвращается. Короче, здесь что мне не понравилось. Обычная жареная курица, мало приправ. Чувствуется сильный вкус кетчупа. По сути, как будто салат с лучком, с помидорами, с мясом. И бухнули кетчуп. Вот, вот и все. Ну и лаваш пригорел. Кетчуп как кетчуп. Кетчуп он и в Африке кетчуп. Единственное, что я заценил, красный лучок. Он, кстати, не маринованный, но дает свою пикантность. Что еще заметил по вкусу? Как будто ешь луковый салат. Так, приступим к фри. Сразу могу сказать, что это не соломочка, это брусочки. Вот здесь мне понравилось, что добавили мало паприки и соли. Вначале показалось, как будто есть, но все-таки не дотягивает чуть-чуть. Сейчас попробуем кетчуп. По факту картошка, брошенная в паприку с солью, просто вот так прям грубо, знаешь. То есть она поверхностная, паприка здесь поверхностная, и соль, и перец. А внутри кола-кола. Даже она здесь не такая сладкая вообще. Но удобно в бутылке, прям. Не пластиковая, а вот стеклянная. Я как алкоголь. Вот, а походу один фанат голодный.
Но ты не подписан на мой канал, извини. Кстати, тоже занимается, как я. Добрый. Будете кусок фри? Угощаю. Можете с кетчупом. Благородное дело, извиняюсь. Благородное дело угостить подписчики. Я не люблю. Да, у меня, к сожалению, все подписчики бездомные. Так вышло. Бездомные подписчики. Пока я вам рассказывал про вкус фри, я заметил, что у нас отключили увлажнитель. Это очень плохо. Я съел фри, а соус не добил. Если я не добиваю соус, это показатель того, что фри был невкусный, его было отвратительно мало. Вот так. Друзья, в очередной раз удостоверился, что, блин, не всегда простые заведения показатель цены и качества. Вот последним, где мы были, Торо Бургерс, я там, не знаю, сильнее наелся, чем здесь. Возможно, потому что здесь враб был, а там кебаб. Распиаренная франшиза, но не знаю, я бы не рекомендовал здесь кушать враб и кебаб. Возможно, я на массе и не наедаюсь. Но вы видели моего подписчика? Ему одного фри хватило. И он ушел довольно спокойно. То есть он меня не попросил еще. Но у меня и не было. У меня пустая пачка была. Если вы хотите брутальную еду, да, она брутальная, но вы просто не наедитесь. Идите, если хотите кебаб, идите реально только в кебаб, не смешанную франшизу с бургерами. Или хотите пиццу, идите в Эндис, я не знаю, либо в Корсо. Мы, кстати, еще не были в этом заведении, но в ближайшем будущем обязательно зайдем туда и сделаем обзор. Хочешь наесться кебаба, иди нормальную кебабную. Хочешь шармы в шармушную, иди. Либо просто заходи на мое последнее видео, где я готовил шаурму, и там ты все поймешь. Друзья, что вы хотели увидеть в следующих влогах, обязательно пишите в комментариях. Всем пока.